Итак, дамы и господа, всем добрый день. С вами путешественник Ёрш. И сегодня мы едем на фотосъемку. Фотосъемка у нас будет проходить в Балашихе. Мы сейчас находимся на станции Будова. И, соответственно, я сейчас жду модель, с которой мы поедем в Балашиху. Вот. Сегодня у нас будет интересный фотосет. Сегодня у нас будут змеи. По возможности сегодня, чисто по возможности, я попробую вам показать, что будет на съемке происходить. В прошлом видосе, к сожалению, у меня не все получилось показать, но в этом видео, скорее всего, все будет показано в полной мере. Вот, а так, друзья, не переключайтесь, дальше будет интересней. Итак, леди и джентльмены, мы едем. Мы уже сели на Серпея Молоте в электричку и движемся в сторону Железнодорожного. У нас сегодня будет съемка, сегодня будет, как я и ранее говорил, змеи. У нас тут в одном из пакетиков даже есть улитка. Но мы не будем ее скармливать змеем, она будет для второй модели, которая нам приедет чуть-чуть попозже, но пока что едем. Вот. Как видите, за окном у нас погодка вот такого характера. Вот у нас вторая модель, красавица. Вот. Ну и, собственно, ваш покорный слуга. Итак, друзья, скажу прямо. Сейчас все на Серпея Молоте, ну, это для москвичей информация. Изменений немного. Я давно уже здесь не ездил, но хорошо, что определилась быстро платформа. Значит, съемка у нас сегодня будет 3 часа. Вот. Много интересного будем снимать. Вот, часть вы увидите, часть, к сожалению, ребята, увы, это уже, как говорится, частная информация, о которой я не буду распространяться. Ну, а пока мы едем на электричке, вот, настроение более-менее хорошее, вот, ну, в принципе, что еще добавить? А, не переключайтесь, дальше интереснее. Итак, друзья, мы прибыли в студию «Атмосфера». Сейчас готовимся к съемкам. Значит, сейчас у нас будет интересный момент. Это, возможно, вам покажу, возможно, нет. Вот, значит, мы подготавливаемся. Значит, пространство вот такое, интересные большие окна. Интересно все обставлено. Есть также душ. Вот это, кстати, сегодня будет хорошо использоваться у нас. Вот, так что вот так. А в процессе мы снимем небольшие видео вот для именно вот наших съемок. А тем временем, леди и джентльмены, у нас вот такой вот, вот товарищ. Давайте так, принимай позу, которую ты хочешь, я буду потихоньку ложить. Да. Марин, будь добра, поснимай на видео. Да, я, там просто походи, там... Да. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard. Yeah.
да, кстати, иногда. То мы такие все напряглись с этими змеями. Все получилось? Ну, полегче будет, да. Итак, дамы и господа, съемка у нас закончилась. Шок-контент. Товарищ посматривает фотографии сегодняшние. С мокрой головой. Да, с мокрой головой. Вот. В общем, едем по домам. В Москве уже поздний вечер. Ну, не поздний вечер, сколько там, 9 час, да? Вот, в общем, устали. Работы было много, но остается все фактом то, что хорошо отработали. В общем, сейчас домой, монтировать фотографии, монтировать видео, редактировать фотографии. В общем, я уже так устал, что просто трындец. В общем, ребят, в общем, видео вы уже посмотрели. Такая вот съемка, ребят, значит, все, пишем мне в личку ВК желательно, вот, ссылка будет в описании, так как в прошлом ролике я не оставил ссылку в описании, в этом я оставлю. В общем, с вами был, на этом, ребят, у меня все, вот, я уже немножко уставший, заговариваюсь, вот, с вами был Путешественник Ёрш, вот, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, как говорится, добра, мир, позитива, ребят. На связи.